Продолжаем записывать второй ролик прохождения Long Dark. Так, так, что там у нас? Вступает ночь. Что-то у нас есть. Где там котелок? Кролик. Да блин, где этот котелок гребаный? What have we here? Второй этаж должен быть. На не видать. Ладно. Вот. Проснется голодный. Да. Цель зашить одежду. Так, наверное, надо не спуститься. А у нас так. Где там книга? Ну а как? Как ее читать-то? Как прочитать-то?
Чтобы пережить конец света, нужно хорошо знать, что делаешь, ищите изучителя. Раскидываем по всему миру. Текст с полезными сведениями, а вот с вами учитесь. Киньте одежду. Кажется, за ней. Однажды этот навык спасет вам. Кстати, воду же. Все котлы готовы. Да. Два литра. Вылет эти спички. Там же у нас была бутылка с водой. Так, что, водичка закипела? До закипания 10 минут. Блин, ну я не пойму, ну и чё? Предмет действия. Да, понял, первый бег. Цель. Если припас на заправке, да. Так, а мне... У меня там кролик был. Чем мне скинуть? Бросить. Пока оставить. С одеждой.
по времени. Солнце встает. Давай тут проверим, что там можно. Так. Так, 2 литра набрали. Так, надо пиздовать на заправку. Так, а чё мы? Наверное, не было пока. Пожрать. Что тут съесть? Что-то как-то мало, блять. Правильно же я иду. Блин, а чё я дрова не выбрал? This stuff will come in handy. I'll be hungry later. Попахивающий. Шапка. Шапочку мы сбили вам. Сразу одел. Could end up being useful. Орешки выложить все-таки.
Так. Что, или сразу до заправки? Потом здесь отпустим. Как там где? Ружье найдем. Правильно же. Минус 21, нихуя себе. Так подохнуть можно. Давай бегом нахуй. Спиздил, блядь. Здорово. Аварийный фонарик, мой. Нормально тут устроился, блядь. Там сейчас труп заморожен. Ебать, я тут запасов, нахуй, нихуя ты баклажан, блядь. Блядь. Как мне он тут хероту взять? Стекла нет. Что там у нас? Я ничего. Я подойду. Носочки. Антибиотики. Редкие.
Газета. Да, привет, извини, что кидаю тебя наедине с Метелью, отрубившись электричеством и всем остальным. Судя по всему, на мосту творится полный хаос. Куча сломанных машин, короче, просто цирк. Какой-то богач с континента отказывается выходить из машины. Пойди, решил, что мы его грабить собираемся. Все как всегда. Короче, нам с Джейсоном придется туда сгонять и попробовать его... образумить, пока метель не усилилась. А с тобой утром все решим. Спасибо, Питер. А, обычный заброшенный грузовик на предмет припасов. Давайте еще. Стопанные перчатки. Надо вот такие. Спальный мешок 81. Тут мы возьмем. А тут тогда свой. Хорошо, наверное, надо было сначала с чувачком поздороваться. Объявление в магазине АЗС Касатка. Уведомление администрации АЗС Касатка на острове Великий Медведь. К сожалению, не можем гарантировать своевременность поставок с расположенных на континенте складов. И вынуждены урезать их количество до 4 год. В связи с этим мы снимаем ограничения на розничную продажу товаров местного производства. Обратите внимание, что это относится только к островным АЗС. Континентальные АЗС обязаны приобретать товары для розничных продаж только у проверенных и одобренных производителей. Энергетик. Что, папок не дали? Ну не надо. Так, все. Этого ебать нельзя. Well, еще один чужак прибежал из города. Have you escaped the town? Escaped the town? Бежал из города? No. Нет. I just arrived. Сюда добрался. Not a refugee. Значит, from the highways, then. You look weary, traveler. У тебя усталый вид. Come. Иди сюда. Warm yourself by the fire. Who are you? Кто ты? I'm nobody. Кто? Ты можешь. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. Я здесь, чтобы. What do you mean the passing? Что ты имеешь в виду? Don't you see? Просто the не видишь знаки. You seem oddly familiar. Странно, мне кажется, мы уже видели, старик. Is that right? Вот как? Yeah. Да. And this whole и само place это место все так странно и пусто. Empty. The quakes changed землетрясения everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since.
Then what are you still doing here? Да, почему ты до сих пор здесь? Aren't we here to witness an apocalypse? Of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just a storm, power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. I'm looking for my friend. Свою подругу. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Судя по всему, она тоже осталась жива. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. What is this town? Что за город? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world, discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Any idea why all the cars were stalled and left behind? They all stopped Они running. Перестали работать. People abandoned Люди оставили them. Их. But metal Теперь это металлические гробы. You always this Всегда true. Такой веселый. My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. Мои дни подходят к концу. But you'll have to live with what remains. Все. Go safely. Будь осторожен. Good luck и удачи to you. Тебе. I hope you find what you're looking Надеюсь, for. Ты найдешь то, что ищешь. Не что, а кого. Так, я видел у тебя тут кофе. Можно тебе его подрезать. Чашка кофе. Спасибо тебе. Так, а чё мне там новая цель? Надо сходить. Куда сходить-то? Подожди. На большой обыщите заброшенный грузовик. Предмет и класс. Карта. Блять, это нихуя себе. Я сейчас тут, не по дороге. Нихуя себе мне пиздовать. А туда можно не ходить тогда получается, да? Что у нас по температуре? Минус 18. А, ну, с другой стороны. Так, мне показалось, лесопад. Да, имеет смысл идти. Понятно. Так, все, давай, беги. Ah.
закрытые домики, оказывается, есть. I could use this. Кепка, блядь. Такую погоду только, блядь, в кепке надо ходить. I think I can use this. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора оставаться в Милтоне. Я просто не могу. Здесь слишком пусто и печально. Да, мы здесь все будем вместе. В любых обстоятельствах, но это уже слишком. Прости меня, как доберусь до континента, пришлю еды. Говорят, что там продуктов больше. С любовью, Энн. Кто ты? Ладно. Ах, нам читать чужие записки. Hope nobody needs this anymore. Брошенные шерстяные носки. Кстати, сейчас надо посмотреть. Что? Нахуй тут сигнальные огни. Так, носки. Ловчей, по идее, будем, да? Если их отремонтировать. Термобелье. Конечно, взять. Ну-ка. Так, а вот эти домики надо лутать, чтобы на первой улице. Солнце, да? That'll come in handy. Here.
I better take this food. Она нам нахуй не нужна. I could use this. Поношенные шерстяные носочки нас. И лучше кайфа нет, чем сиськи туалет стоит, сам сверкает, отражает солнце, а свет. Вспомнил сектор газа. I'm gonna have to leave something behind. И инструмент надо? Пока что не надо. Так, а там же. Сейчас. Фонарь, я знаю, можно активировать. Фонарь 46%. Давай-то возьмем. Это и металлолом. У меня уже перегруз будет, да? 32 килограмма. Короче. Кстати, фонарь можно как-то сразу заправить. Есть. Заправить. А что эти у меня пустые? Вот это вот, что это? Дороже бы, да? Ну, да ладно. Опять что-то. Закрыто здесь. Очень так. Слебные растения дикого. Прочитать. Слебные растения дикого. Медведь, записка света. Какой-то сапорец с помощью растений. Ну еще собираете, чё? Вероятно, это... Нет, а где там, чё? Снова жванчите собирать лечебные травы на острове Великого Медведя. Чай из шиповника, чай рейши, повязка старого висящего мха. Сводите уроки школы выживания. Чай рейши, шиповник и повязка. This stuff will come in handy. Приличные шерстяные носки, ладно. Хера мы это тут собирали. Так, что тут у нас? Маргарет, пора сворачиваться, причем прием почтовых отправлений из Милтона. Доставить их на континент все равно не получится, но сказать об этом людям нельзя. Они поймут, что мы уже давно ничего не отвозим на большую землю. Придумать какую-нибудь отмазку. Советую клиентам использовать электронную почту или, если есть деньги, заказывать доставку дроном. Я постараюсь не пропустить грузовик с почтой. Но, честно говоря,
Надеяться нам особо не на что. Подозреваю, что Джек снова въехал в дерево где-нибудь в полной заднице. И грузовика мы больше не увидим. Эх, надо бы давать ему грузовик. Он ведь тогда выпил. Ладно, посмотрим, что можно будет сделать. До связи. Палочка, выручалочка. Все. Камера. Бля, чё с погодой? Упанулся. Так и замёрзнуть можно. Кассета. Шерстяные варежки. Так заебись. Ну, посмотрим. Что там у нас? 0,2, но они кончены. От влаги они лучше защищают. 0,2, но здесь 21%. 92. Защита плюс 1, влага защита. Ладно, давай пока возьмем, а там посмотрим. Ключ от дома управляющего банка. Must be the key to the bank manager's house. I can always use more food. Скорее всего, это тот дом, который стоит много. Ткань. Да? Солнце садится. That'll come in handy. Красный. Так, ну мне походу сейчас... Блять, нахуй я беру. С одним хуй, походу, придется идти, блядь, к этому грузовику. What have we here? Сядь. Взламывать сейфы. И может сначала до тех пор, пока мы что-то не найдем. Да.
Все нормально. Давай посмотрим. Походу, пока мы квест не начнем. Locked. Can't get in here yet. Записку найти. Так, сюда сразу надо скинуть эту секунду. Здраво. 10 килограммов, а мне нужно 60, да? Пока мы не отбьем это все. Так, а здесь можно как-то вот это, да? Испорчено. В первую очередь туда запхать. Там ох, хер тут откинул. Блин, а чё у меня там такого? Тряпок-то делал. Инструменты. Или пока нельзя. Есть. А вот пока нельзя. Ладно, давай это сюда скидывать. Мы сюда скинем. Скинем крючок, пока не нужен. Да, бросить инструмент, бросить банка, бросить тут хуйню, действие собрать. Так, и пока рыбёху можно пожарить. Так, так, сейчас, одна минута.
За этот час мы тогда что-нибудь починим. Перчатки есть. Ремонт. Процентов того, вот так вот это носить, а эти тогда разорвать. Так, там что, это пригорание, давай сразу съесть. Так, что там у нас дальше идет? Вот эти, да, надо ремонтировать. Ремонт. Я не тратится, получается так. Здесь что у нас? Ремонт. Так, носки теперь. Носки, блять. Процент. Так, 9. А что, у меня две шапки? Вот эту тут разорвать. Вот эту. Ремонт. Так, 100% это 194. Маски, да, нам еще купить. Окей. 3. Здесь у нас есть что попроще. Ты же самый шерстяной. Здесь меньше. Значит, те, которые у нас не отличны.
20 минут, но хватит нас, блядь, это пиздец. Ты, конечно, блядь. Ладно, наверное, надо давать спать. Попить нахуй. Батончик съесть. И спать. Восемь часов на сон. Ну, и на этом, думаю, как раз момент.